Слушайте, пишет мне какой-то мальчик Вадим, 41 год, а все еще мальчик, и рискует им остаться, если будет продолжать пороть эту чушь. Пишет, что женщины охамели уже, им теперь подавай оргазмы в сексе. Это что такое, он пишет. Я считаю, он пишет, что женщина, которая испытывает оргазм во время секса, это шлюха. Женщины, поймите, пишет он, секс это не для удовольствия, это для создания детей. И если ты испытываешь оргазм во время секса, то ты просто шлюха. Интересная теория, Вадим, смотри. Мужчины, которые испытывают оргазм во время секса, это тоже шлюхи. Ну, я так считаю, потому что эволюционно секс для создания детей, а не для получения удовольствия мужчины. Поэтому оргазм свой убирайте, он вам не нужен. Нужна эякуляция, выброс семени. Вот пусть он у вас останется, удовольствие, все вот это убираем из секса. Вы давайте, мужики, если вы отбираете у нас, у женщин, оргазмы, мы у вас тоже отберем оргазмы. Вы у нас отбираете удовольствие, иногда для женщины оргазм это единственное удовольствие в чистом виде, которое она получает от жизни. Вот если вы у женщин отбираете оргазмы, женщины отберут у вас вообще все удовольствия. Вот эти женщины безоргазменные, они отберут у вас реально все удовольствия. Отберут рыбалку, Xbox'ы всякие, PlayStation'ы, посиделки с друзьями под пивас, походы на хоккей. Вот это все мы возьмем и отберем у вас. Будете просто эякулировать ходить. Или, может быть, мы признаем, что женщина тоже человек и тоже может испытывать удовольствие от секса. Может быть, так поступим, а, Вадим? Ну не плачьте только, вам тоже кто-нибудь даст обязательно. Хотя бы из жалости. Траха меценатов полно. Вот и все, вот и все.